Всем здравствуйте! На прошлом видеоуроке я показывала и рассказывала о том, как я сделала вот такую вот корзиночку, а на ней цветы и насекомые. И обещала рассказать, куда я ее применю. И я решила, что это будет шляпка для грибка-боровичка. Взяла я вот такую вот бутылочку, примерила. Ну, вот так оно у нас где-то и будет. Дальше в процессе все расскажем. Здесь я взяла еще формы. Такие вот силиконовые. Если гипс останется, будем заливать. Ну и приступим. Здесь вот я гипс развела уже немножко. Сделаем его чуть погуще. Выльем, пусть застынет. Для уменьшения объема я сделала вот такую вот заготовочку. Видите, как она пенопластовая, эти бутылочки из этих. Сюда засовываю. Сейчас немножко застынет, подождем, чтобы она держалась. И можно будет заливать дальше. Залила я гипсом вот нашу эту форму. Она уже начинает застывать. И вот остатки получилось только на один цветочек залить. Ну вот, пусть застывает, потом будем снимать вот эту нашу пластмассовую бутылочку. Ну, прошло у нас достаточно много времени. Я думаю, что у нас ваза просохла. Цветок точно просох. Мы его сейчас аккуратненько вынем. Великолепно. Очень красивый получился у нас цветочек. Ну а теперь займемся вазой. Попробуем раздеть ее. Аккуратно я так ножом поддеваю. И увеличивая объем, буду снимать. Снимается она довольно-таки легко. Торопиться не надо, конечно, чтобы не испортить нам всю нашу вазу. Ваза еще прям горячая. Вот видите, как удачно быстро все снялось. Ну, в принципе, неплохо. Вот только в одном месте у нас вот тут есть немножко воздушка. А так все аккуратно залилось. Ну вот, теперь мы ее оставим на просушку. Пусть у нас она сохнет. Ваза просохла. Сохла она довольно-таки долго. Вот я здесь заделала эти вмятинки от бутылки. Как я уже показывала, шляпка она у меня будет вот так вот где-то сделана. Вот так где-то. И чтобы она хорошо держалась, я здесь сейчас вот переверну. И сюда залью гипс. И вот в таком виде она у меня застынет. И будет шляпка очень хорошо держаться. Здесь я развела уже гипс. Наливаю вовнутрь. И подержу, пока не застынет. Накрываю, наливаю до краев.
Немножко потрясу я ее. Она уже застывает. Подождем, пока застынет. Ну вот она у меня просохла. Я ее переверну. Ну, попробую подержать за шляпку. Вот, в принципе, держится. Гипс застыл хорошо. Пока у нас гипс застывал, я вот здесь набросала из ватных дисков лицо нашего грибка-боровичка. Буду диски смазывать в слабом растворе гипса с водой и приклеивать. Вот так я ее горизонтально изделие наше положила, чтобы она у нас не перекатывалась. Здесь подложу еще ваточки. Ну, в принципе, держится. Ну и начнем, наверное, с носика. Здесь я уже слабый раствор приготовила. Вода с гипсом. Вот смачиваем диск. Сейчас я это сюда переложу, чтобы она вытащила. Носик, усы нашего боровичка. Хотела я нарисовать, но подумала, что выделенные участки, вот эти все, они будут все-таки смотреться поинтереснее. Носик мы еще немножко приклеим, чтобы он покруглее был. Ротик такой вот улыбающийся сделаем. Сейчас еще носик немножко наклею потолще, чтобы он покруглее у нас был. И оставим на просушку. Ну вот, лицо у нас здесь просохло. Оставался у меня здесь раствор немного. И я вот так же вот здесь вот наклеила травку. Также из ватных дисков нарезала полоски. Окунала их в раствор гипсовый. И все, она уже тоже уже почти приклеилась. Дальнейшие действия наши будут это грунтовка и покраска. Прогрунтовала я изделие белой краской и прошлась уже листочки зеленым. Вот такой вот грибочек у меня получился. Раскрасила я его. Гриб-боровик, долик. Ну, чтобы он одиноко вот так не стоял, я решила вот на такой керамической подставке, плитке, здесь нанести гипс, штукатурку и вот так его установить. Ну и сделать здесь также травку ему.
чтобы можно было его удобнее ставить, а то так вот он шатается. А так он будет стоять очень даже плотно. Ну вот так вот развела я здесь гипс и немножко добавила штукатурки. Накладываю прямо вот на плитку. Такими движениями. Здесь сейчас побольше вот положу в середку и приклею сразу наш грибочек. Где-то вот так. Вот так вот он у нас будет стоять. Размазываю здесь остатки штукатурки. Можно подвинуть, вот так перевернуть ее. И будем ждать, пока засохнет. Вот пока у нас здесь немножко застывает гипс, еще не совсем застыл, я решила разукрасить у нас немножко цветочную поляну сделать. Вот такими вот цветочками. Сразу их воткнем, чтобы они тоже застывали. А то когда застынет у нас эта вот штукатурка с гипсом, то потом уже цветочки надо будет только приклеивать. А здесь мы их сейчас сразу установим. Такая вот у нас цветочная полянка. Раскрасил я нашу вот эту вот поляночку зеленым цветом. Посадила сюда вот уже ящерицу, приклеила. Здесь вот у меня есть лягушка. Я ее вот сейчас сюда на задний фон ее посажу. Ну и остался последний штрих. Здесь вот у меня божья коровка есть. Я ее, наверное, приклею вот сюда. Хоть у нас там уже и есть божья коровка. Вот сюда ему на личко. Ну вот и все. Вот такой веселый гриб. Боровик у нас получился с нашей корзиночкой наверху вместо шляпки. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу. Всем спасибо. Всем пока.